Под запись. Ну. О, отлично, кажется, еще раз. Дубль 2. Так. Чего, а потом что? Ну давайте А. Куда она скинула? Слушайте. Я пытаюсь по Бэйру понять, куда она скинула. Не, по-моему, где-то в жопе. Я сейчас посмотрю по Бэйрам. Воюем против 4-7. Ну ладно, как обычно, в принципе. Ага, только учитывая, что я на 34 против Хелкетов. Да, так на 4-0, на 3-0, там откуда. Понял. О, вражеский кап... Я не знаю, ну Черчилль, короче, немецкий взорвался. Это, кстати, по-моему, 34-ка 41-го года у меня. А, вот 40-го, 42-го, вот 41-го. Так, на точку Т, ты говорил на точку Т сворачивать, я свернул. А сейчас начнется жесткая гейская туша. Ребята, вы посмотрите, в какую жопу я заехал. Ну, не видно. Как сказал бы один из вторых людей. Так, я думаю, на штурмовике были что-то так, типа, порог. Радировку полечу. Вроде ты просто заехал. Ой, блядь, да мы два истребителя, кайфуем. Я с ракетами думаю. Блядь. И за мной еще Thunderbolt. Весело. Ой, сука, я ж долбоёб ещё с меня прилетел. А у меня техника с открытой рукой, блядь. Но у меня есть, сука, зенитный пулемёт, так что... Что вам все пизда. Я думал, сейчас пушки собью, будет отлично. А я тоже не смотрю. О, хотя бы. О, М15-1, это ж ИСУшка пробрана. 5-0, да, все-таки на 5-0 кинула. Да, на балансере вообще гандон. Есть. Так, тут на С пришли, я отстреливаюсь. У меня они по левому флангу. Уф, как
красиво сейчас в 34-ку залетело и со взрывом боекомплекта. Так, вижу 34-57 убили от них. Нет, сбоку. Там за поворотом, чёрт. Артиллерия, мне пора уебовать отсюда. Мне пора просто максимально быстро уебовать отсюда, там артиллерия. Я вижу по карте. Я ему наводчика и заряжающего выбил. Не бойся, добивай. Молодца. Привет, Лена. Там ПВ один. А куда вот теперь? А передо мной от ударов не начал поехать, вот вам что, я отсюда. Я просто по правому борту увидел ЗИС-1294КМ, и у меня случился инфаркт. Там горит, самолет врезался. Есть. Блять, я тоже, короче, кровь. Вот пидор, а. Ну ладно. Зря поплю. Но у меня еще. Да, у меня тут все отжимают. Еще Иисус 52 у меня осталось. Сейчас подъем. Ну. У ККВ не пробил. Круто, не пробил КВ-1, ладно, у меня еще и в запасе четвертый пазик. Сейчас выйдет. О, я попал. Ха, я сбил самолет, представляешь? Ну, как говорится, ДШК он и мог прикрыть. Нема, 5 фрагов. У меня... сколько? 4, 4 фрага. Я, кстати, не шатаю. Ну да. За тобой вылетает, попробую убить. Так, я... Ооо, я к 9П. О, ребят, помогите! Ай, сейчас еду. Лечу. Сбил. Всё. Да ладно, уже вылетел. Да. Лучше от меня. Я... Понимаешь, ты в самом конце заштурмил БТР-152. Я сейчас прикалываюсь с того, что я самолет убил с пулемета с этого. А я с пушки тут раз его завалил, же играли в команде. Случайно было дело завалил, ну, а тут специально. Смешно. Хороший бой.